тот вечер к Татьяне зашел ее близкий друг Павел. Второго Иван звонил. Сказал, что через неделю прилетит. Так что не сегодня, а завтра геолог мой дома будет. Татьяна Анатольевна Семина, 45 лет, учитель физики, не замужем. Племянница его ждет, не дождется. Павел Иванович Никишин, 49 лет, жених Татьяны, директор троллейбусного парка, не женат. А он ее звонками не балует. Да ладно тебе, поженятся, наговорятся. Вон сколько ждали, и все из-за тебя. Опять объяснять? Должен же я перед их свадьбой выехать из квартиры, которую мать Светке оставила. Вот свою достроил. Может, вместе с молодыми заявление в ЗАГС подаем. Хватит таиться. Две свадьбы разом отгуляем. Может, это Ваня? Здравствуйте. Я жена Ивана, Катя. Чего? Какая еще жена? Мы просто должны были приехать вместе. А что, Ваня не сообщил обо мне? Я ж с севера прилетела. Екатерина Семина, 19 лет, буфетчица, замужем. Вот и вали к себе на север, аферистка, пока с лестницы не спустили. Ушла. Паша, как это? Да ясное дело, аферистка. Ты ее больше не пускай, если заявится. Пойдем. Алло. Мама, алло, это Иван. Это Ваня звонит. Да, сынок, да, я слушаю тебя. Еле дозвонился. Мама, я задерживаюсь тут на 2 недели в экспедиции. Ты прими мою жену. Катя очень хорошая, я все объясню по приезду. Ваня, подожди, я не понимаю. Алло. Связь прервалась. Ну нет. Пусть он сейчас мне все объяснит. Давай его номер. Там на маршруте сотовая связь не берет. У меня где-то есть телефон его базы, я потом найду. Дозванивайся, как хочешь. Или ты заставляешь своего сына вернуться к Свете, или я не желаю знать ни его подлеца, ни тебя. Жизнь рухнула. Одна растила сына. Замужем не была. И, казалось бы, только все начало складываться. Муж, новая квартира. Как вдруг... Были мы с Павлом женихом и невестой, а теперь стали врагами. Ну, если он по этой причине стал вам врагом, то, может, оно и к лучшему. Да Павел за Свету всех порвет. Сестра Павла умерла 11 лет назад, и девочка для него все, и любовь, и жизнь. Скажите, неужели наша с Павлом любовь погибла из-за Ивана? А что, разве в вашей власти было заставить сына жениться не на том, на ком он хочет, а на племяннице вашего жениха? Конечно, нет. Но ведь Павлу этого не объяснить. Подай Свете Ивана, и все тут. Почему он со мной так поступает? Я же люблю его. Ну, во-первых, то, что вы любите его, еще не обязывает его любить вас, правда? А во-вторых, вот меня очень интересует, а что в этой ситуации вы узнали о Павле такого, чего не знали раньше? И еще меня интересует, что его поведение говорит о том, каким он был бы мужем. Татьяна была уверена в любви Павла и хотела сохранить их отношения. Она пришла к нему на работу, чтобы поговорить. Не сердись.
Я тоже осуждаю поступок сына. Но он или ума лишился, или по глупости натворил дело, а потом пожалел беременную. Светку не пожалел. Ну, перестань. Я уверена, Иван одумается. Он по-прежнему любит Свету. Я тебе все сказал. Или Иван возвращается к Свете, или... Да как ты можешь? Ну как ты можешь? Неужели один поступок Ивана может разрушить все, что было между нами? Я ведь тебе столько лет помогала растить Свету. Она мне самой как дочь. Это так. Но ты плохо воспитала своего сына. А теперь должна сама исправить это дело. Ты ведь знаешь, что Иван для Светки все. Она с ума сойдет, если узнает об этой севера. Да не узнает. Катя, наверное, уже уехала. Испугалась и уехала. А Иван вернется, увидит Свету и поймет, как он ошибся, женившись на другой. Хорошо бы. Но если это явится, на порог ее не пускай. Жестко. Поняла? Пойдем, пройдемся. Хорошо. Голова кругом. Задал твой сынок задачку. Татьяна Анатольевна, Ваня не мог не предупредить вас, что я прилетаю. Предупредил. Но уже после того, как вы ушли. Но это ничего не меняет. У Ивана здесь есть невеста, так что уезжайте. Вот какая невеста? Ну, мало ли девушек было у Вани. Но любит-то он теперь меня. Да? Но это мы еще посмотрим. Я вам говорю, уезжайте. Всего хорошего. Я пришла в дом своего мужа и не уйду. Он сказал мне ждать его здесь вместе с вами. То есть вы квартиру штурмом возьмете? Татьяна Анатольевна, он приедет, обязательно вам все объяснит. Разрешите мне пожить у вас до его приезда. Просто у меня не так много денег с собой, чтобы 2 недели жить в гостинице. Так вот в чем дело. Вам нужны деньги. У нас с Ваней есть деньги. Просто его вызвали срочно, и он забыл мне дать больше. Хотите? Могу одолжить на обратный билет. Я не уеду. Я куплю спальный мешок и буду жить возле вашей квартиры. Вы же учительница. Так пусть ученики и соседи видят, что вы выгнали беременную невестку. Это что, шантаж? Вы, наверное, Ивана шантажом взяли, чтобы он на вас женился, да? Шантажируя его своей беременностью. Ваня говорил, что вы добрая. Уезжайте. Татьяне было стыдно, но она убеждала себя в том, что защищает не только свои интересы, но и счастье сына. Алло, это управление? Говорите громче. Это управление? Да. Здравствуйте, а как связаться с Иваном Семиным? Семин на маршруте. А что случилось? Что передать, когда их партия выйдет на связь? Да все нормально. Передайте, пожалуйста, пусть позвонит матери. Матери? Да. Хорошо, передам. Да, спасибо. До свидания. Ну ладно, хватит плакать. Заходите, переночуйте, а завтра решим, что с вами делать. Значит так, квартира у меня небольшая. Будете спать в коридоре. Где Иван спал? А можно я душ приму? А то в гостинице горячей воды не было. Можно. Заходите. Татьяна надеялась, что Павел не осудит ее за чувство жалости к беременной Кате. Татьяна, тебе что, плевать на меня? Мы же, кажется, обо всем договорились. Послушай, я тебя прошу, она здесь временно. Размазня. А ты собирайся и вали отсюда. Быстро. Да ты с ума сошел, она же в положении. Иван приедет, сам тебя обратно отправит. Ты что думаешь, почему он женитьбу свою скрывал? Да стыдился он тебя, убогая. Катя, пожалуйста, идите в мою комнату. Татьяна, ты делаешь только хуже. Если Света узнает... Не узнает. Девушка здесь только на одну ночь. Завтра я устрою ее у кого-нибудь из своих подруг. Если ты не выпроводишь эту аферистку, я сам этим займусь. Да меня прямо трясет, когда я вижу эту... Пожалуйста, я прошу тебя, Павлуша, побереги нервы. До
Татьяна и ее жених Павел обсуждали будущую свадьбу ее сына Ивана и племянницы Павла. Будущий муж уговаривал Татьяну устроить их свадьбу одновременно со свадьбой детей. Неожиданно к Татьяне пришла Катя и представилась женой Ивана. Павел выгнал Катю и потребовал, чтобы Татьяна не пускала ее на порог, пригрозив разрывом. Татьяна согласилась, но вскоре Катя вновь пришла и попросила приютить ее до приезда Ивана. Татьяна пожалела беременную Катю и пустила ее к себе. Застав жену Ивана у Татьяны, Павел устроил скандал. На следующий день, возвращаясь с работы, Татьяна думала о том, как ей поступить с Катей. Светочка. А она его жена и живет у вас? Это как? Светлана Шатковская, 21 год, племянница Павла, технолог хлебозавода, не замужем. Как вы вообще могли? Вообще-то я не понимаю, в чем ты меня обвиняешь. Я перед тобой ни в чем не виновата. Какой цинизм! Ненавижу вас и вашего сына. Ну что, довольны? Отвоевала себе место под солнцем. Я не воевала. Если кто виноват, то это Иван. Но мне хватит сил верить ему и не обвинять в трусости. Я не буду звонить на базу, чтобы веселить посторонних бабскими дрязгами. Вам легко быть благородной. Явились, получили все, что хотели. Разрушили жизнь других людей. Я ничего не знала. А кто вы вообще такая? Откуда вы? Я работала буфетчицей на аэродроме. За год мы с Ваней не часто встречались, вы же знаете, как он работает. Он очень много о себе рассказывал. Но получается, что не все. Катюша, я вас очень прошу, уезжайте. Вы ведь почти не знаете Ивана. Я обещаю, я буду присылать вам деньги на ребенка. Я не могу. Я очень люблю Ивана. И хочу, чтобы у моего ребенка был отец. Ведь у меня была только мама. Но я очень устала и должна поспать. Мне нужно отдыхать и думать о ребенке. Да, ты права. Иди поспи. Паша, что случилось? Ночью не смог до тебя дозвониться. Спишь, как убитая. Да я снотворное приняла. В половину третьего ночи Свету в больницу увезли. Как? Она себе вены порезала. Господи. До утра в приемном просидел. Потом сказали, что все нормально. Вечером обещали к ней пустить. Ну, я на работу. Да ты что, ты же не отдыхал совсем. Или Иван возвращается к Свете, или мы с тобой вычеркиваем его из нашей жизни. Пусть катится своей дрянью на север. Я люблю Павла. Но он постоянно меня мучает. Выгони Ивана. Верни Ивана. Неужели он не понимает, что мне это не по силам? Почему он это делает? Да просто потому, что ему плевать на ваши чувства. Вам это о чем-нибудь говорит? Я ведь не могу выбирать между ним и собственным сыном. Ну, так вы и не должны. Знаете, всю свою жизнь я жила ради сына. Может быть, пора подумать о себе? Да, наверное, давно уже пора. Только чтобы подумать о себе, придется сделать такие выводы из того, что вы видите. Узнав, что Свету выписали из больницы, Таня, Татьяна пришла ее навестить. Всяких обидных слов, а вы же для меня как мать. Ну что ты, девочка моя, я понимаю, ты была потрясена. А знаете что, я уверена, что ребенок Кати не от Ивана, а я его люблю и никому не отдам. Да, конечно.
А знаете что, нужно просто дать этой женщине денег, чтобы она уехала. Милый мой, я уже предлагала ей деньги. Говорила, что буду обеспечивать ее ребенка, но... Ну и что делать? Пока не знаю. Тетя Таня, а правда, если она уедет, все будет как прежде? Конечно, девочка моя. Конечно, успокойся. Я не представляю себе другой невестки, кроме тебя. Все будет хорошо. Татьяна заметила, что Катя старается как можно меньше бывать дома. Алло. Мама, прости, я не мог позвонить. Вернее, мог, но не хотел. По телефону не объяснить всего. Ну, здравствуй, сынок. Что ж ты натворил? Заварил кашу, а мне теперь расхлебывать? Трус. Мам, ну так получилось. Я люблю Катю. Как она? Как малыш? Да Катя-то в норме. А вот Свете совсем плохо. Мам, я не хотел делать Свете больно. Да, мы дружили с детства, но только встретив Катю, я понял, что такое настоящая любовь. А потом поживешь с Катей и снова скажешь, что это не любовь. Мам, я не трус. Я боялся только, что ты не сможешь меня понять. Глупый. Все не так просто. Мам, я разрулю ситуацию сам. По телефону все не объяснить, я скоро приеду. Татьяна, подожди. Твой сынок Свете позвонил, соизволил. Извинился, что больше не любит ее. Подлец. Паша, извини, мне тяжело слышать такие вещи о своем сыне. Я ведь все-таки его мать. Если этот гад не вернется к Свете, то пусть катится своей дрянью на север. А мы продадим твою квартиру, выплатим мою ипотеку и заживем. Продадим? Вот именно. Чтобы не считать каждую копейку, ипотеку разом выплатим и будем в отпуск по заграницам ездить. Светка обыва не забудет, а мы его просто вычеркнем из нашей жизни. Так ему и передай, когда вернется. Ну, я на совещание. Пока. Татьяна еле дошла до квартиры. Так сильно у нее щемило сердце. Здравствуйте. Ой, а что это с вами? Ничего. Да как это ничего? Я немедленно вызываю скорую. Не надо, я в больницу не лягу ни за что. После сердечного приступа Татьяна 3 дня лежала дома, и Катя ухаживала за ней. Павлу Татьяна не звонила, спасибо, чтобы Катя, не слышать его упреки. Алло, я слушаю. Все понятно. Я слышу, у вас с этой змеей дружба. А говорили, что вы на моей стороне. Светочка, я болею, мне помощь нужна. Я думаю, дядя вас не поймет. Не переживайте. Иди, Катя, не сиди здесь. Займись своими делами. Да нет, просто пойми, Света мне как дочь. Татьяна была благодарна Кате за заботу, но закрывать больничный в поликлинике она пошла одна. Паша, здравствуй. А где... Уехала аферистка. А ты где была? Я выписываться ходила. Я болела, Паш. Сердце. Сколько не отговаривал Светку, не хочет она отказаться от твоего Ивана. Пришлось взять все в свои руки. И что же ты сделал? Дал этой особе крупную сумму с условием, чтобы ни ее, ни ее змееныша мы никогда не видели. А ты почему не сказала, что ты болела? Иван узнает, что женушка его продала. Вернется в стойло к Светке. А ты намекни. Намекни и сыну, что ребенок не от него. Паш, иди домой. Я устал. Не оправилась еще после болезни. Полежать хочу.
Татьяна не могла разделить радость Павла. Она ощущала только горечь и усталость. Татьяна и ее жених обсуждали будущую свадьбу ее сына Ивана и его племянницы Светланы, когда к Татьяне пришла Катя и представилась женой Ивана. Павел выгнал Катю и потребовал, чтобы Татьяна не пускала ее на порог, пригрозив разрывом. Но Татьяна пожалела беременную Катю и разрешила пожить у нее. Узнав, что Иван женился, Светлана перерезала вены и попала в больницу. У Татьяны случился сердечный приступ. Вернувшись из поликлиники, она застала дома Павла. Он сказал, что дал Кате денег, и она уехала. Я чувствую только боль и разочарование. Павел требует невозможного. Он не щадит ни моего здоровья, ни моих чувств. Неужели он меня любит? А вы как думаете? Я уже не знаю, что думать. Только Катя заботилась обо мне, когда я болела. А Павлу и Свете на меня наплевать. Они даже не спросили, как я себя чувствую. Их не интересует ничего, кроме собственных желаний. И с этими людьми мне предстоит жить. Ну, значит, вы прекрасно знаете, что именно вам сейчас думать. Просто так думать вам страшно. Господи, я так хотела быть счастливой. Я столько для этого сделала. Мне так хотелось жить с мужем. В хорошей квартире. Честно, мне страшно от этого отказываться. А жить с мужем, которому на вас наплевать, не страшно? И вот тут и оно. Значит, осталось выяснить, чего вы боитесь больше. Жизни без мужа, но с сыном, невесткой и внуком. Или жизни с таким мужем, как Павел, и без собственного сына. Сынок. Мама, не суди меня строго. А где Катенька? Катя, она уехала. Как? Куда? Иван Семин, 22 года, сын Татьяны, геолог, женат. Она же беременная, помочь некому. У ней комната в аварийном доме. И никого родных, мать умерла год назад, мама. Знаешь, она так внезапно уехала и даже не предупредила, а я на работе была. Ты что, выгнала беременную ради Светы? Знаешь что, Ваня, не надо сбрасывать на меня свои проблемы. Я растерялась, запуталась. Алло, здравствуйте. Мария Васильевна, а Катя дома? Катя? Она же уехала. В ее комнату уже человека поселили. А что случилось? Ничего, я позже перезвоню. Спасибо. Кате негде остановиться, некуда пойти. У нее почти нету денег. Да не волнуйся. У твоей Кати есть деньги. Ей Павел дал. И поверь мне, сумма вполне приличная. Хватит, чтобы безбедно жить года два и снимать квартиру. Катя взяла деньги? Это не может быть. Как только Татьяна сообщила Павлу, что приехал Иван, сразу же прибежала Светлана. Ой, ну я же простила тебя. Давай ты забудешь эту женщину, и мы снова будем вместе. Свет, не надо. Я тебе уже все объяснил. Ты еще встретишь свою любовь и будешь счастлива. У меня есть Катя. Да она же продала тебя, дурак! А вы что молчите? Светочка, ну не могу же я парня насильно везти под венец. Он сам прибежит. Только потом посмотрим, нужен он мне будет или нет. Прошло несколько дней. Татьяна не знала, где Катя, что будет с Иваном и как ей жить после того, что случилось. Мам, я решил, я поеду обратно. Мне кажется, меня обманывают. Катя, наверное, вернулась, но попросила просто не говорить мне, что она там. Ваня, сынок, это твои деньги? Нет, мам, ты что? Господи, Катя деньги не взяла. С ней же могло что-то случиться. Давай быстрее звони. В больницу звони, я не знаю, Ваня. Мама. Татьяна испугалась, что доведенная до отчаяния Катя могла что-нибудь сделать с собой.
твои деньги. Мои. Откуда они у тебя? Вернулась это с севера? Нет. Не вернулась. Просто Катя их не взяла. Они за тумбочку завалились, а я в квартире выбиралась и нашла. Ну и отлично. Бесплатно избавились. Ты молодец. Знаешь, переезжай со мной в новую квартиру. Поженимся. Свою можешь Ивану оставить. Ипотеку я и сам выплачу. Но с одним условием. Не знаться с Иваном. Светке будет неприятно. Да нет, Паш. Спасибо тебе. Прощай. Ваня! Сынок! Что случилось? Мама, я нашел Катю. Она во втором роддоме. Преждевременные роды. Ну, малыш и мама здоровы. Господи, слава богу, нашлась. Мама, я поймаю такси и к ней. Подожди, я с тобой. И еще по дороге цветы надо купить. Да. Ну что ты стоишь, сынок? Уезжай. Интересно, откуда взялась идея о том, что когда человек по-настоящему любит, он всегда готов действовать в ущерб себе, но ради блага любимого? Получается, что если так любить другого человека, то себя любить уже ни за что нельзя, и наоборот. А вот Татьяна из нашей истории, похоже, любила своего жениха Павла именно так. Представьте себе женщину, которая любит себя, поэтому старается действовать себе во благо и собственное желание выполнять. Вот в ее жизни и возникло много всего для нее важного, ценного, приятного. И тут появляется ее любимый мужчина и говорит: «Ничего этого тебе не нужно». То есть фактически он говорит ей: перестань любить себя и люби с этого момента только меня. Во-первых, из чего следует, что он-то ее любит? А во-вторых, а что ей в таком случае делать с любовью к себе? Любовь-то что, к неубиваемая?